Это закончилась пресс-конференция фильма 4.44 «Последние дни на Земле» Абеля Феррары. И вот Абель раздает автографы, раздает автографы. Как всегда, журналисты набежали, мы все посмотрели, мне очень понравился. Это очень такой, знаете, экспериментальный проект Абеля Феррары. Он, как всегда, говорит на каком-то экзистенциальном языке. Много йоги, много индийской музыки. Ну, Уильям Дефа, который зацепил легендарный зал, это не очень приятно посмотреть. Быстро все прошло. Это вам не Майкл Фассбендер.